Всем привет! Вы на канале Мария Пьяни. Сегодня 1 сентября, и мы решили приехать к морю. Давно уже не были, и надеялись, что море будет очень спокойное, тихое, как обычно оно бывает в сентябре, в октябре месяце. Но не судьба, море еще штормит, волнуется, но все равно очень приятно, такой теплый ветерок, волны шумят. Даже не поплаваем, но все равно прекрасно находиться на таком море. И я хочу с вами тоже поделиться вот этой красотой, этим ощущением свежести, вечности, силы, мощи воды. Наслаждайтесь, пожалуйста, вместе со мной. Море очень коварное, здесь течения разные, поэтому посмотрите, все это красными ленточками огорожено, что сюда вообще заходить нельзя. И только есть отведенное место специально, где могут люди купаться. И там сразу же стоит спасатель, спасательная лодка ему. Там можно купаться. Спасатели очень строго наблюдают за этим. И если кто-то вышел за границу этих заграждений, тут же тебе поступает предупреждение. Отдельно хочу сказать о пляжах в нашем городе. В нашем городе вообще запрещено приносить на пляж одноразовую посуду, пластиковую, стаканы, бутылки и все прочее. За это нужно будет платить штраф, если не дай бог тебя поймать. Кое-где, конечно, я вижу, кто-то нарушает, но вообще, посмотрите, пляж очень чистый. И еще на входе на пляже
висят специальные приспособления, стаканчики такие, которые когда ты курешь, например, идешь на пляж, ты берешь стаканчики, все окурки, все это туда сбрасываешь. Если у меня будет сегодня такая возможность, я вам покажу место. Thank you.
Mm-hmm.